Здорово, чуваки! Давненько у нас не было мобильных казуалочек, а хардкорились вы, ребята. Давайте исправлять картину. Вот что я припас для этого дела. Аркадный сырок. Подземные картишки. И красочная головоломка на закуску. Ну, за любовь. Тофу Фьюри предоставит тебе возможность поиграть с едой, а конкретно с кусочком сыра тофу, который решил, что не просто белок да жирок, но и достойный мастер кунг-фу. Игровая механика проста и сводится к двойному свайпу для переката, растягиванию сыра для скачка и сдавливанию для малого прыжка. Каждый уровень будет состоять из головоломок, построенных на физике, а особой сложности будут добавлять ниндзя с острыми катанами, способные порезать тебя на салат в считанные секунды. На адской кухне тебя будут преследовать враги, циркулярные пилы и даже гигантские боссы. Пройди Тофу Фьюри и докажи, что ты не коровой деланный. Карт Кроул – это крутая карточная игра с великолепной стилизацией. Твой враг – огромный дилер Арколень, колоду которого ты должен опустошить, чтобы остаться в живых. Время от времени дилер будет скидывать полезные картишки, которые ты должен использовать с умом. Некоторые карты отвечают за оружие и экипировку, иные пополняют здоровье, дают монеты или делают еще что пополезнее. С каждым новым ходом Арколень будет выбрасывать карты с монстрами, и вам предстоит сложный выбор. Атаковать оружием, защищаться щитом или пустить в бой героя, теряя хитпоинты и пытаясь вовремя восстанавливать силы при помощи волшебного отвара. В общем, нужно выдержать баланс, мать его, или из пещеры тебе не выбраться. The Path to Luma – это великолепная трехмерная головоломка, сделанная с душой и вкусом. Твоя задача состоит в посещении разных планет в поисках живых источников чистой энергии. Вращая крохотные планетки, решая головоломки и смещая преграды на пути, мы будем устанавливать световые зонды для передачи энергии и оживления планеты. Тебя ждут 20 потрясающих миров с уникальными головоломками и ресурсами, красочная графика, удобное управление и потрясающая музыка. Сопровождение, дополняющее общую картину атмосферы. А на сегодня это все. Качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. А по этим ссылкам можешь посмотреть то, что пропустил. Это был обзор от mob.org и я Трэш. Увидимся!